Доброго дня усім телеглядачам телеканалу Миколаїв. В студії програма «Це вас хвилює». Я Ольга Бережна і рада вас усіх вітати. Сьогодні у нас в гостях чарівна дівчина, яка завітала до нас з міста Одеса. Це Анастасія Заремба, коуч персональної ефективності. Вітаю тебе, Настю, в нашій студії. Дякую, що завітала. Одразу до тебе перше питання. Розкажи трішечки про себе, щоб трохи тебе познайомити з нашими телеглядачами, і розкажи за таку цікаву профессию. Хто ж такий коуч? Здравствуйте, Ольга. Спасибо вам за приглашение, прежде всего. Расскажу о себе. Меня зовут Анастасия. Мне 24 года. Коуч персональной эффективности. Что такое вообще коуч? Хочу рассказать. Коуч – это тот же тренер, это тот же наставник. А персональной эффективности, конкретно я, работаю с людьми для коррекции веса. По определенной дисциплине, минимум на 3 месяца, дисциплину, которую я написала сама. Дисципліна написана була лично мною. Що ти маєш на увазі, коли кажеш коуч персональної ефективності? Коуч, повторюсь таки, це той же тренер-наставник персональної ефективності. Лично я працюю з людьми для корекції веса. Я так розумію, ти з ними працюєш протягом якогось періоду, так? Так, я працюю на протяжении 3 місяців. А що входить в ці 3 місяці? Это одно из правил работы со мной. То есть я не только прописываю питание, но я также контролирую этот процесс работы над собой в виде ежедневного отчета, за исключением выходных. Люди мне отписываются в Вайбере, в WhatsApp о том, что они ели, что они делали и так далее. И таким образом мне удается их корректировать, направлять, поддерживать и достигать, и помогать достигать им их цель. З такою допомогою. Я знаю, що люди, коли з тобою знайомляться, вони щось проводять з тобою протягом 3 днів. Тобто в тебе ще є така... Да, вона, її ще нет. Я вот планирую її ввести. Это тренинг буде проводитися перед 3-місячним, так сказати, роботою зі мною. Буде проводитися 3-дневний тренинг, в котором я буду психологічно підготовлювати чоловіка к роботі над собою. Це, тобто, в 3 дні, що вони будуть там робити? От... 3 дня – це іменно як в виде тренінгу, де я буду описувати всі психологічні моменти, як правильно себе підготовити, як держатися эти все 3 месяца, что необходимо делать. Будут обсуждаться такие темы, как стрессы, что дают стрессы, болезни. Также описывать буду все необходимые рекомендации, что нужно делать помимо диеты или там, помимо этого питания, которого я пропишу. Допустим, это будут массажи, это закаливание, это правильное употребление воды, это принятие сауны в определенное, ну, в определенное время. Естественно, для каждого человека есть рекомендации по использованию сауны, есть, конечно же, противопоказания. А взагалі коучингу ты навчалася? Да, я обучалась коучингу в 2016 году в Международном Эриксоновском университете. Это коуч-студия Галины Дерябиной. В принципе, там я и обучалась. Це університет, так я так розумію? Да, он называется Международный Эриксоновский университет. Він знаходиться в Одесі, так? Да, он находится в Одессе, и я так думаю, что пока больше филиалов нет. Потому что у меня есть друг, он тоже интересовался коучингом в Киеве. И он просто проходит как, ну, как участник, как клиент. Но сертификата о том, что он коуч, там не дают. А вот у Галины Дерябиной, да, действительно дают сертификат. Ты проходишь определенную аттестацию, должен выполнить определенные нормы для получения этого сертификации. Так что да, вот так вот. Звідки взагалі в тебе виникло бажання бути тренером-коучем? Это очень интересная тема. Спасибо за вопрос. В детстве,
Это, наверное, вот у меня в детстве была такая мечта. Сейчас расскажу, с чем она была связана. Будучи ребенком, почему-то мне всегда хотелось там командовать, управлять, ну, если выражаться детскими мыслями. И я не очень хорошо училась, и, в принципе, у меня поведение тоже было, к сожалению, не очень. Когда я получила очередную двойку за поведение, я, ну, как обычный ребенок, я обиделась. Обиделась и решила, что я вырасту и вот создам более современный подход к детям и создам свой собственный детский сад и школу. После чего вот прошло время, я уже попала в Одессу, я сама из города Вознесенска. И там у меня, естественно, появились друзья, и друг Александр знал эту мечту и подарил мне на день рождения тренинг Натальи Сашкиной «Родители и дети». И на этом тренинге я узнаю, что есть определенная программа, она называется «Лидерская программа», это агентство развития, город Одесса. Также сейчас открыли филиал в Николаеве и в Киеве, я знаю, и в Хмельницком еще есть. Угу, так. Я решила, что я пойду и попробую свои силы туда, потому что на родителях и детях я поняла, что я не смогу написать дисциплину для детей, поскольку я не знаю взрослой жизни, мне было 20 лет всего, 19 даже, по-моему, да. Или 20, не помню. Ну, ты до сих пор живешь цією мрією. Да, конечно, да. Это моя мечта, и все, что я делаю, это для создания своего собственного дисциплины для детского сада и школы. И по поводу этого тренинга, я действительно пошла туда для того, чтобы научиться понимать людей, познавать вообще взрослую жизнь. И там я узнала, что есть коучинг, в принципе, это тот же тренер. И мне это стало очень интересно, я выбрала именно этот путь для достижения уже своей глобальной цели. Чи одразу ти зрозуміла цей тренінг, одразу тобі сподобалось? Да, очень-очень понравилось. Это было сложно. Это также была трехмесячная работа над собой. Я ни грамма не жалею. Благодаря этому тренингу у меня логически выстроились вот цепочка действий для того, чтобы дойти к своей уже глобальной цели. Тобто, якщо хтось з телеглядачів зацікавиться таким тренінгом, то це нелегко. Это нелегко, придется поработать. Анастасія, скажи, чи проводила ти вже тренінги та семінари? Тренінги я ще не проводила. Только хочу начать свой большой тренинг. Но я проводила семинары в городе Николаеве. Это было в этом году. Семинар назывался «Завтрак». Это было нещодавно. Да, да. Это было около, по-моему, 3 недель назад или месяца уже. В общем, в районе месяца где-то так. Где семинар назывался «Завтрак с Анастасией Зарембой». А така дуже гарна назва. А де проходив цей семінар? Семінар проходив в Грифелі, в ресторані Грифелі на вулиці Московській, де було зібрано около 15 чоловік. В основному, звісно, були жінки і два молодих чоловіка було. Хто взагалі організатор? Організатор агентства розвитку, філіал, який є в Миколаєві. А, Миколаєва, да, так? Да, да. А 15 жінок, і, напевно, їх цікавили якісь хвилюючі для них питання, так? Звісно. Які це були саме питання, яка була саме тема? Тема була «Полезний завтрак». Вопроси були, звісно, по поводу, що хорошо кушати на завтрак, як правильно приймати воду, а що краще дітям, а що робити, якщо надоело одно і то же, а як бути? Ну, в такому ракурсі по поводу завтрака. Чому саме сніданок? Чому, наприклад, не обід, не вечеря? Чому саме сніданок? Завтрак, тому що іменно утром ми закладаємо максимум енергії для того, щоб во весь день нам цього хватило. Тому, да, це був завтрак як основа дня і взагалі чоловічого, як це сказати? Роботоспособності на весь день. Чи після скільки взагалі тривав цей тренінг? Семінар. Ой, семінар. Семінар проходив час, це було з 9 до 10. Чи достатньо було
однієї години для того, Нет, щоб... Ні, цього було недостатньо, але в виді вводного семінару для приглашення людей в тренінг і взагалі, так сказати, попробувати себе в цій сфері, моє це чи ні, я думаю, що для старту це було, ну, прилично навіть. Які відгуки? Чи були відгуки? Були відзыви, да, люди підписувалися на мій інстаграм, вопросов не задавали, но у меня на странице довольно-таки, ну, много информации, я думаю, что они ее читали. Ты сказала, что там были и жінки, и два чоловіки, так, да, були? Да. А що їх цікавило? Ну, от я так розумію, там жінок цікавило там схуднення, так, там... Мужчин, естественно, интересовало это набор маси. А, тобто навпаки. Да. Одні набор маси, одні набрати. Сила, да, да, да. Угу. Что тобто... нужно кушать для того, чтобы там мышцы рельефні були і так далі. Ага. І теж це було пов'язано з темою сніданку. Да, конечно. Скажи, чи практикувала ти свою теорію харчування? Да, я практиковала ее 2 года и 2 месяца, ну, до того, как презентовать. В принципе, да, 2 года и 2 месяца. Сколько людей до тебя звернулося за весь час? За все время, да, моей практики. Это было около 52 человек. Это были люди из Одессы, а также это люди были со стран СНГ, поскольку... Я начала работать с блогером Ириной. Она ведет свой канал в Ютубе. Где... Из Одессы такой, да, же, да? Да, она из Одессы также. Где мы с ней заключили сотрудничество. Она у меня худела, корректировала вес, скажем так. И за счет этого она делала репортажи. Раз в неделю на протяжении 3 месяцев она рассказывала о том, как это было, что с ней происходило, с чем она сталкивалась. Она показывает свои результаты. Ее канал называется Ирина Beauty Benefits. Угу. Тобто, це вона, як би сказати, не грала роль, а вона, нет, все, нет, пробувала это, на это собі. Було, да, действительно наяву. Потом мы с ней делали также видео, сравнивали. А, кстати, во время прохождения, во время вообще работы со мной, мы ей также делали массажи, потому что у нее есть определенная патология, под которой она не может заниматься спортом. И мы делали массажи. І, в принципі, ну, ти кажеш, образом... якраз за патологію. Тобто до тебе люди не тільки там, які, да, повністю здорові звертаються, але які мають якісь проблеми, да, зі здоров'ям. Так, звісно. Да, так і є. Взагалі, яка вікова категорія людей, які ось мають такі проблеми, які звертаються до тебе? Ти знаєш, Оль, ко мені обращались люди від 17 років до 55. Тобто це дуже великий контингент і конкретного возраста я не можу виділити. Тобто жінки, яким там за 50, вони теж... Да, вони теж обращаються, звісно, і серед цих 52 чоловік всього лише один був мужчина. В основному жінки? Да, в основному жінки. Які, чи вони достигли якихось результатів? Результати можна посмотреть на моїй странице в Instagram. Заремба Анастасія. Це зрозуміло. А, да, взагалі, якщо так казати, ну, наприклад, за вагою? Була у мене жінка, яка була після гормонної терапії за 3 місяці. Вона з 98 кілограм похудела до 84. Тобто, от такі результати були. Так, да, були такі моменти, коли люди не достигали результату. І таке теж. Це може бути, це нормально. Чому таке трапляється? Які ось такі основні? Моя дисципліна, вона написана доволі жорстко. І її необхідно придерживаться. Допустим, вот, даже в питанні по времени. Если у человека нет самодисциплины, очень сложно и практически невозможно достичь этого результата. То есть, да, бывало такое, что один месяц, вот вообще, вот человек, бывало такое, что действительно делает все честно, все правильно, но результата нет. На всяком случае, я отвечаю не совсем гуманно. Вы гадили свой организм, грубо говоря, очень большой промежуток времени. И, к сожалению, я не хирург, к которому вы приходите и за 12-15 часов убирает все лишнее. То есть для этого требуется работа над собой.
конкретное, и не постыжусь этого сказать, что некоторым клиентам необходимо работать даже более чем год. То есть я согласна помогать первые 3 месяца, показать, как и что нужно делать, и разбирать нюансы, поддерживать. А потом, как бы, человек должен все-таки осознать и пойти сам по данному пути. Для, конечно же, для достижения собственной цели быть здоровым и иметь здоровое тело. Ну, ось ти кажеш, в когось отримується, в когось не отримується. А ось люди звертались до тебе повторно, от якщо немає результату? Да, ты знаешь, они обращались повторно, но прежде чем начать с ними работать, мы проделывали, как в школе, знаешь, работу над ошибками. Что у нас не работало, почему не работало. Мы выясняли их причины, конечно же, были какие-то и мои нюансы, где-то я не дослеживала, что-то было в моих рекомендациях не так. И осознавая ошибки, если мы их осознавали, мы шли работать дальше, конечно. Яка взагалі мета такого тренінгу? Цель тренинга – донести к людям, что, в принципе, возможно кушать абсолютно все. И при этом иметь здоровый организм, красивое тело, но прежде чем этого достичь, необходимо пройти определенный путь работы над собой, который будет в определенных рамках и иметь определенную дисциплину от 3 месяцев, это минимум. Анастасія, ти ось так мотивуєш психологічно, да. Чи радиш ти займатися спортом? Ти знаєш, Оль, все зависить від чоловіка. Приходять ко мені жінки, які фізично здорові, с ними все отлично, но она говорит, я ненавижу спорт, я его не люблю. Конечно, я не буду насильно заставлять и говорить о том, что это там необходимо и так далее. Я советую определенные элементарные вещи, допустим, та же прогулка. 2-часовая прогулка в день. Почему бы нет? С правильным дыханием, с ровным шагом. Да-да-да. Ну, наш вообще в Одессе как бы море, это вообще очень полезно. И таким образом там прогуляться с ребенком, с мужем, что сплотит и семью, и будет, так сказать, семья поддерживать человека в его целях. Тобто спорт – це не тільки там, да, бігові доріжки, а це може бути просто прогулянка. Вообще, я, ты знаешь, даже не советую клиентам во время коррекции веса не усиленно заниматься. Буквально там 2 раза в неделю без гирь, без штанг, просто обычные беговые дорожки, там, если им это нравится. Настаиваю на массажах в основном. Якщо, наприклад, людина хоче займатися спортом, але в неї проблеми зі здоров'ям, якісь патології, то ти якісь там особливі рекомендації можливо даєш? Так, звісно, даю. Даю, але це теж конкретно під кожного чоловіка. В зависимості від того, яка патологія, в зависимості від того, що він хоче і так далі. Де можна подивитися, як можна ось дізнатися про подальші твої теми, лекції, семінари щодо харчування? Можна буде посмотреть на моїй страниці в Instagram. Підписана я Заремба Анастасі, нижній пробіл, Заремба, нижній пробіл Анастасі. І страниця в Facebook Заремба Анастасі, а також там будуть абсолютно всі дати, там будуть всі теми, всіх семінарів. І коли-то, я думаю, через місяця 4 я вже буду виставляти дату своєго головного, основного тренінгу, 3-денного. Ну, ти розумієш, людям подобається, коли там щось безкоштовне. Ось тебе, ти провела семінар в Миколаєві, так? Я думаю, що якщо б у нас, наприклад, ще в нашому місті... Буде обов'язково якісь 2-3-часові абсолютно безплатні лекції по цьому поводу, і об цьому також можна узнати на тих сайтах, які я вже перечислила. Ось ти даєш людям рекомендації, поради щодо харчування, там, заняттям спорту. Чи є в тебе взагалі медична освіта? Да, есть. Я в 2014 году закончила Херсонский базовый медицинский колледж. В этом году я закончила медицинский университет. Специальность... В Одессе? Да, в Одессе. Специальность фармация. На данный момент я нахожусь в статусе интерна. И в следующем году планирую поступать в аспирантуру для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук, где я буду продолжать уже защищенную тему своего диплома. Это клинико-экономичный анализ лікування артериальной гипертензии комбинованными лекарскими засобами. Як все складно. Чи працювала ти за фахом?
Ну, до того, як стати коучем. Да, конечно, ввиду того, что я в университете училась на заочном отделении, я работала в аптеке в городе Вознесенске, это была прибольничная аптека, проработала я там год и 4 месяца, набралась стажа и разослала свое резюме в фармацевтические компании. Первая моя компания была Kusum Farm, это украинская компания, я там проработала год в отделе кардиологии. Затем сменила компанию на Кырка. Также там проработала один год. Потом попала на тренинг, решила изменить свою жизнь, увидела коучинга. Ну, ось твоя освіта, так? Вона тобі допомогла в роботі коучем? Конечно. Я же совмещаю медицину и психологию. Это очень... Мне это нравится, да. То про те, що ти вже вивчила з психологією, воно якось так разом йде? Конечно, да, да. З якими труднощами зіштовхуються клієнти після роботи з тобою, ось, наприклад, якщо там через рік або півроку? Чи бували такі труднощі? Да, ти знаєш, були труднощі, в якому плані зриваються дуже часто. Знаєш, коли застолья какие-то или какие-то происходят стрессы у людей, и они привычно их начинают заедать. Когда перестает все идти, так сказать, ровно и стабильно, и появляются какие-то преграды в жизни людей, да, действительно срываются и набирают вес. Чи в тебе взагалі був негативний досвід в роботі з клієнтом? Чи був, розкажи нам якийсь? Да, было такое, что пришла одна клиентка, ну, мы с ней договорились, и сказала о том, что ей там нужно сдать анализ крови, спросила все по перечню, по пунктам, что мне необходимо знать о ее здоровье. Ну, как бы договорились уже о следующей встрече, что я ей, в принципе, все расскажу, покажу, передам все, что ей необходимо делать. И после того, как она услышала правила, она сказала: «Настя, извини, но я не буду». То есть иногда к этому не готовы, и это нормально. То есть если человек честно и осознанно говорит о том, что я не готов соблюдать данные правила, ну, я же не буду настаивать. Были такие клиенты, которые соглашались на правила, но не могли их держать по каким-либо причинам и тоже уходили, и мы с ними не работали. Ну, если сказать, что жінка відмовилась, це, ну, напевно, страх щось змінювати, чи ти так не вважаєш? Я думаю, это просто не сильное желание скорректировать свой вес. Угу. Ну вот, не готов человек идти на какие-либо жертвы. А взагалі ось виникають труднощі ось протягом 3 місяців, не 3 днів, да, а 3 місяців, в які ти проводиш свої тренінги? Возникають ли? Да. Ти знаєш, возникають, буває, що перший місяць нет результату. Вот вообще человек по-честному все выполняет, а вот, ну, его просто нет. Бывают срывы, как я уже говорила, во время застолья, после стабильного снижения веса на протяжении там 2-2,5 месяца наступает эффект плата, ну, когда ты ж хочешь, вот оно, идеальная фигура, и человек расстраивается. Тоже это очень важно объяснить, поддержать, это является, ну, лекарством в данной кризисной ситуации. Ну, а чому не варто опускати руки, якщо, наприклад, перший місяць немає результату? Бо, ну, мені здається, що з таким зіштовхується багато людей. Я б не сказала, що много. В основному я даю наставлення о том, що через неділю должен бути у тебе мінус 1 кілограм. И что хочешь, так и делай, и все должно бути чётко и ясно. Конечно, ну, я же тренер, я же должна дисциплину держать, давать наставления и требовать четких каких-то выполнений обязательств. По-другому это просто невозможно. А вот по поводу, почему не стоит, ну, не все бывает сразу. Ну, не все бывает сразу. Я говорила о том, что я не хирург, я не могу сразу за 12-15 часов отрезать все лишнее. Да, ну, придется поработать. Яка буде мета наступного тренингу та дисципліни? Будет донести, что возможно кушать абсолютно все, и при этом иметь здоровый организм, здоровое тело, но придется над собой поработать определенное количество времени, ну, минимум 3 месяца, где-то так. Настя, ты сказала, что в 3-місячний курс входили массажи. Так, які це саме массажи? Мені стало цікаво це питання. Ага, массажи в основному
Я делаю лимфодренажний масаж или антицеллюлитный. Тобто це те, що допомагає, да, так? Так, це те, що працює. І розкажи, яку роль відіграє, наприклад, вода в нашому організмі? Взагалі, чоловік состоїть з 90% води. Поэтому вода – это очень важно. И я всегда своим клиентам рекомендую за 30 минут до приема пищи принимать стакан воды. Зрозуміло. Анастасія, дякую, що сьогодні була в нашій студії. Дякую за чудову співбесіду. В нашій студії була Анастасія Заремба, коуч персональної ефективності. До наступної неділі, до нових зустрічей.